Доброе утро. Доброе утро в первую очередь всем рыбакам. Сегодня едем на рыбалку. Обещают дожди 3 дня подряд, но нам все нипочем. И мы все равно поедем на рыбалку. Всем доброе утро. Примерно так начиналось наше путешествие на реку С, так назовем ее. Жена, если увидите, друзья, всем привет. Хотел еще раз отчитаться по летней рыбалке. Команда в сборе. Подобралась хорошая компания. Всем привет. Река. Низкий поклон. Время провели хорошо. Примерно рыбки половили, ягод подсобирали. Поужинали, пообедали, позавтракали. Все было. Левым берегом. Самое главное, конечно, хорошая компания. Поэтому еще раз всем привет. Смотрите, смотрите дальше. В общем, тест не смог подняться. Да мне хватит. Пришлось лодки поперек ложить. И в порог. Были трудности, малая вода. Поэтому пришлось две лодки, даже с моторами, положить сверху. Получился вот такой вот бутерброд. Сэндвич какой-то прям. Бутерброд точно. Вот так вот две лодочки сверху лежат. Дошли мы до места. А? Сейчас сниму. Ты на Жигулях. У них Жигуль такие старенькие, классика. С приваренным таким багажником. И кладут туда, ну я не знаю, наверное, ну вот столько. Много, не помню сколько. 5-7. И увозят. Сергей Николаевич. Владимирович. Владимирович. Без комментариев. Без комментариев. Как назовем это? Бутерброд. Бутерброд. С сосиской. Сосиска. Сосиска, ты где, кстати? Вот, ребята, вот так пришлось нам идти. Малая вода, еще раз говорю. Пришлось две лодочки небольших, 3,30 и 3,60, кстати. Кидать сверху, с моторами. И идти так, стоя. Сергей Владимирович. Я здесь. Олег Александрович. Ну и раб Божий Рустик. Супер. Ты к ней не подойдешь. Как сезон закрывается, она под ногами путается. Скажите нам, пожалуйста, что вы делаете? Там надо котел привязать. Чистим. Вот у нас тут спор возник, кто добыл эту утку. Все вместе. Могу, кто рулил, кто могу я сказать, что это наша командная утка? Ну, командная однозначно. Вот такая красота, ребята. И погода вроде улыбнулась нам маленько. Порогу. Будем искать хищника. Ставили гостей наших в одной избе. А с тестем пошли в другую ночевать. Через 2 ночи будем здесь забирать их. Идем. Попутно смотрим. Есть ли морожка? Морожка есть. Проходили сейчас хорошее место такое. Не скажу, чтобы усыпано было, но... Но ягода есть. Так что... Сегодня переночуем. А завтра пойдем ягодку смотреть. Да и собирать заодно. Там левее пройди. Видишь, ягода есть. Левее? Сейчас пройдем левее. Дано ЦУ. Пройти левее. Сейчас посмотрим и вам покажем, есть оно. Что еще да еще? Вот она, ягодка царская, как растет. Есть, видно. Ну, красная еще. Еще. Ой, сколько ее тут. Вот она. О,
спелая. Спелая и крупная. Едим? Едим, конечно. Есть! Да тут ее будь здоров. Здесь поспелее уже. Завтра вернемся сюда. Ну вот мы почти на месте. Хочу передать привет своему брату. Он сейчас находится далеко, на войне. На войне, никому непонятной войне. Передать привет своему брату. Вовайка, держись. И всем его боевым товарищам, которые сейчас рядом с ним. С Богом, парни. Вот мы в избе. Сейчас затопим печку. Сварим ужин, посидим. Пользуясь случаем, знаю, что они смотрят мой канал. Передать привет Сереге Яковлю и Сереге Номчуку. Парни, привет. Недавно Серегу встретил на Уаме. Поговорили с ним так душевно, повспоминали. Так что, Питер, Кубова, салют. Пашка Чувайлов скажет, что опять пьянку снимаете. Паш, передаю тебе привет. Нет, это не пьянка. Добрались до избы, время уже почти 7 вечера. Будем ужинать. У нас яичница на сале. Огурчики, лучок, укропчик, все свое. Доморощенное, как говорится. Так что сейчас будем ужинать и ложиться спать. А завтра уже пойдем на реку, посмотрим ягодку, тесть. Передай привет людям. Будет, где не будет пища, привет передаю. Так вот. Самая неприятная пора, друзья, когда растет морожка. Вот эта царская ягодка. Самая неприятная пора ее собирать. Это середина июля. Как раз комар, как раз мошка, как раз жара. С болота поднимается испарина такая. То есть собирать самое неудовольствие, я не знаю, видите вы или нет, но они меня заедают уже. Короче, добираю последний литр. Это моим друзьям из Звенигорода пойдет ягодка. Сергей, Володя, вам низкий поклон. Вот, это моим друзьям из Звенигорода пойдет ягодка. А сейчас дособирую последний литр и идем куда? На рыбалку. Ловить на спиннинг щуку. Друзья, как уходить, сразу столько ягод появляется. Просто не представляете. Нарываешься на такие пятачки, прекрасные просто. Видите, все желтенькое вокруг. Вот так вот. Ну, как я и обещал, добираю литр и на рыбалку. Все, вперед, на рыбалку. Так, что я хотел сказать. А, други, видите, да, плитка газовая, очень удобная, потому что она походный вариант, накручивается прямо на баллон. Как я уже показывал в предыдущем видео, в каком-то из, баллончики эти перезаряжаются прекрасно. Комплект перезарядки стоит 1500 на Авито. Найдете, не найдете, спросите меня, я подскажу, где... Короче, газовая плитка, вот эта, она накручивается на резьбовой баллон, да? Газовая плитка сама называется Ковея, код у нее 0408. Отличная плитка, пользуюсь уже много лет. Значит, какие у нее преимущества? Во-первых, она 2 киловатта, это раз, производительность у нее. Во-вторых, она с пьезоподжигом, как вы видите, да? То есть он убирается вниз, чтобы был подальше от огня. Ну и в-третьих, это компактность, и все-таки фирма Ковея зарекомендовала себя, думаю, многие со мной согласятся. В общем, 0408 код этой горелочки. Я знаю ссылку, где такие горелки продают. Обращайтесь, скину. Тесь, ты меня уважаешь? Уважаемые люди мы с тобой, Руслана. Да я тебя уважаю, да. Получается, что уважаемые. Вот так вот. Слушай, какие. Ну что, нашим женщинам мы, как говорится... По банке собрали, по большой. Гостям собрали. Друзьям собрали. Родственникам собрали. В основном всех угостить надо. И теперь мы куда идем? А теперь рыбка нужна. Рыбка, на рыбалку. Чего там у тебя? Плотва. Плотва. Ну ладно. Открыли счет? А где пакет? На живца, сейчас пакет подам. В общем, это секретная коробка, вам показывать ее долго. Как я и обещал, мы на речке.
под порожком стоим. Надеемся что-нибудь гарное зацепить. Но пока только окунь и плотва на удочку у тестя. Я ловлю на спиннинг. Так что посмотрим, кто кого, как говорится, сделает. Ребята, счет открыт на профессора. Ладно, поделюсь еще одним секретом. Счет открыт. Тесть, кто лучший рыбак, скажи. Ты, Светланка, я маленько. Вот так, ребята, клюете?